Здравствуйте, мои дорогие! В эфире «Солнечная Индия». Меня зовут Людмила, и я приглашаю вас в гости на канал «Индия, какую вы не видели». Ну вот, мы уже подходим к ресторану «Барбекю Нэшн». Это буфет, и как раз сюда мы собирались приехать на обед. В этом ресторане играет музыка, и я вряд ли буду снимать вам. Обратите внимание, стоит такой поднос, типа дощечка такая по центру стола, закрытая. Нам уже убрали, посмотрите, сюда вставляют такой ящик металлический с углями. Не-не-не, мне вылазить не, надо не, будет. Fresh lime soda. Fresh lime water, fresh lime soda. Lady in red. Blue mojito. И какой-то air. Aerated. Coca-Cola. Acha. Так, ну мы пришли вот с друзьями, она вегетарианка, он тоже вегетарианец, но он ест, то есть не в доме, в доме у них не готовят, а он ест, например, где-то в ресторане. Но сегодня он какой-то там пост идет, и сегодня он отказался, он тоже будет есть вегетарианскую пищу, ну а мы будем не вегетарианскую. Кстати, тут вегетарианских блюд не так уж и много, наверное, им не очень понравится. Грибы. А, и где? Сарапу. Это картошка в каком-то соусе. А также кукуруза в каком-то творе обжаренная. Это вот вегетарианский, это ананас. И картошка. Мне положи, пожалуйста. Ты что-то не пробовал? Нет, это другой принесет, он соль много. Я знаю, я понял. Нам принесли рыбу, креветки, рыбные шашлычки были немножко более пересолены, но нам говорят, это ваш ресторан, как вы хотите, так мы и сделаем. Они забрали обратно, а нам принесут уже нормальные, не соленые. Сейчас я вам хочу, включили опять музыку, поэтому я отключаю, хочу показать вам еще что здесь находится. То, что нам приносят всякие шашлычки и какие-то еще закуски, а тут можно подходить самому и брать. Это вот десерты. Начнем с десертов. Вон маленькие совсем такие пирожные, потому что, ну, вы же не будете есть целый, чтобы не пропадал. Они делают совсем маленькие такие пробнички. Ну и там вы берите уже сколько вам угодно, то, что вам понравится. Конечно, это очень-очень правильно. Здесь вот вверху это шаги тотка, то есть это хлеб обжаренный в сливочном масле. И сверху полит типа таким что-то, ну как сгущенное молоко. Но это не сгущенное молоко, что-то другое. Здесь у нас fruits candy, это что-то типа мармеладок. Далее у нас идет манговый чизкейк. Я очень люблю чизкейк, и забегая вперед, хочу сказать, что я, потому что потом я вам не буду показывать, я как раз в основном чизкейк и ела. Здесь вот какие-то сладости в таких горшочках, вот, ну типа кхира, типа вот нашей молочной каши, но она такая, как сгущенная такая делается, добавляются орешки, всякие там изюм. Здесь вот тоже шоколадный торт, брауни и какой-то пудинг, наверное. Вот в стаканчиках стоит пудинг. Мусс, шоколадный мусс, я сказала пудинг. Ну и вот опять кассата,
это название такое. Есть касата у нас ice cream, то есть мороженое. Это такое мороженое, которое вот как бы торт, и потом сверху как бы мороженое. Как торт-мороженое, но здесь я не знаю, это не мороженое. И вот здесь какие-то вот такие конфетки шоколадные. Внизу здесь вот фрукты. Папайя, манго и арбуз. Вот мороженое. Мороженое 4 видов. Клубничное, манговое. Ну а тут у нас шоколадное и сливочное мороженое. Здесь у нас лежат приборы и пиалушки для мороженого. Здесь у нас сладости, индийские сладости, гулаб-джамун, джелеби и халва. Гороховая халва, то есть халва из дала. Ну, такое чечевичная халва. Очень, кстати, вкусная. Здесь у нас супы. Есть у нас вегетарианский суп и невегетарианский суп. Суп с курицей, кориандром и лимоном. И вегетарианский суп. Вот тут плошки для супов. Здесь у нас main course, то есть основные блюда, вегетарианские блюда. Это вегетарианский плов. Здесь steam rice и дал, похлебка чечевичная. Здесь чоле масала, нут и панир. Вот это нут, вот это панир. Здесь вот картошка и еще будет кофта, но кофты пока нет. А здесь вот чаумин и манчурин. Манчурин — это такие овощные шарики. Но тут не шарики, тут целые какие-то булочники. И манчурин. Вот такие салаты. Салат макаронный. Просто нарезанная морковка, огурцы, лук, капуста. Здесь что-то я не знаю. Картошка, по-моему, помидоры, перец и, наверное, ананас. Здесь вот это гороховые такие вот всякие эти салаты. Ну и здесь очары. Вот чесночный, перец просто жареный, различные соусы, папар. Это бириани гош, то есть это, ну это не бириани гош, это написано бириани гош, но это мясо. Это козлятина, баранина. Это курица, вот уккамар, это рыба и яйца. Вот здесь вот рыба, вот здесь вот яйца, и здесь вот чикен бириани. Тут пока еще никого нет, тут всякие вот эти вот наркотик этот индийский, но это потом я вам покажу. Вот нам еще принесли бронз, эти креветки. Вот принесли напиток. У меня леди in red, так как я леди in red. Ну почти in red. Ну почти in red. Вот у меня леди in red. Вот этот вертикально вставленный шампур, это разделительная полоса между вегетарианскими шашлычками и невегетарианскими шашлычками. Так, я себе супчик взяла, куриный с кориандром. Так, пока не насыпаю, у меня так уже тарелка полная. Так, у меня вон чистая тарелка почти. Тут еще полно всего подносят, но мы не хотим уже. Там можно пойти что-нибудь поесть. Может, что-то сладенькое возьму на десерт. Здесь подают кулфи. Это такое индийское мороженое с различными добавками. Тут есть 4 флевера. Малай – это сливочный. Кесар – это шафран.
Потом есть пан и еще какой-то шоколадный, по-моему, что-то такое, не помню, что он там сказал уже. Вот, и вот мой муж и наши друзья взяли вот именно это. А я пойду все-таки возьму чизкейк. Мне чизкейк больше нравится. Чизкейк, еще там какие-то конфетки, фрукты. То есть я более по таким, по нашим десертам. Ряда не надо, сладкое сильно. Так, субрату тоже надо взять. Ну, а тут мы слукавили. Тут, когда какое-то у вас мероприятие, день рождения или какая-то годовщина, то вас здесь поздравляют и приносят вам торт. Вот так же принесли торт нашим друзьям. Мы сказали, что у нее день рождения, хотя у нее день рождения еще через 15 дней. Вот, ну ничего. Вот, сейчас придет официанты, и они будут ее поздравлять. बस हो गया नहीं नहीं हमको थोड़ा लेके जा लेके जा मैं नहीं खा पाऊंगा नहीं 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 हां बैठ के मेन था. Вот такой у нас получился счет 3864 на четверых. Ну, там немножко дороже у них, у нас получился, там буквально не намного, но это мы разделим счет. Вот такая декорация здесь в этом кафе, в этом буфете. Посмотрите, как украсили. Здесь вот коктейли. Ну вот и все, мои дорогие. На этом закончился наш обед, практически уже и ужин. Мы хорошо наелись. Сидели тут 3 часа, наверное. Вот, поэтому сытые и довольные мы возвращаемся домой. Ну не домой, сейчас мы еще погуляем немножечко по магазинам. Это вы увидите в следующем видео.